Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 107. Прочитай слова. Ай, по, про, ох, на, ух, к, у, эй, от, до, за, ой, из. Что общего у этих слов, а чем они отличаются? Запиши слова группами. Сколько групп получилось? Что ты знаешь о предлогах? Для чего нужны предлоги? Правило. Предлоги с другими словами пишутся раздельно. К предлогам нельзя поставить вопрос. Ай, ох, ух, эй, ой – это междометие. По, про, на, к, у, от, до, за, из – это предлоги. Общее. К этим словам нельзя поставить вопрос. Различие в том, что междометия служат для выражения чувств человека, а предлоги служат для связи слов в словосочетаниях и предложениях. Запомните, пишутся с другими словами раздельно. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.